Ревматоидный артрит. Болезнь Крона. Болезнь Бехтерева. Псориаз. Есть решение. Ремикейт – иммунодепрессивный препарат. Вот что говорят о препарате покупатели. Болею болезнью Бехтерева 20 лет, мне сейчас 47. 2 года капала Ремикейт, как будто родилась заново. Такое счастье – ложиться спать без боли, просыпаться без боли. Анализы стали хорошие, нет осложнений, вообще не пью никаких таблеток, прошла головная боль и нормализовалось давление. Болею болезнью Бехтерева 13 лет, препарат принимаю только 11 месяцев. Результат меня очень радует, забыла про всякие обезболивающие, живу только на нем, мне 37 лет. У меня ревматоидный артрит. В 2010-м начал капать Ремикейт, Сое к тому времени была 68, сам как робот, наглухо заржавевший, и это в 33 года. Прокапал 10 инъекций, Сое стало 2-3, захотелось снова жить. Препарат выпускается в виде лиофилизата для приготовления раствора для инфузий. Прием Ремикейда позитивно влияет на заживление слизистой кишечника, снижает проникание и накопление в больных суставах веществ или частичек, нормализует уровень моноцитов, нейтрофилов и лимфоцитов, повышает показатели гемоглобина, уменьшает эпидермальное воспаление и другое. Поэтому Ремикейт показан при ревматоидном и псориатическом артрите, активных формах язвенного колита и болезни Крона, псориазе и другое. Медикамент назначают внутривенно не менее 2 часов. Прекращение терапии Ремикейдом не допускается без предварительной консультации с врачом. Отмена лечения может провоцировать выработку антител к лекарству, что в дальнейшем снизит эффективность лечения. Цена на Ремикейт в интернете, как правило, ниже, чем в аптеках. Ссылку для заказа препарата я оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.